Добрый день. Мы на нашем строительстве, на крыше построенного уже дома. Может быть, ветер будет, потому как крыша. Уже все готово здесь. Последний этаж. Размечают, как мы видели внизу, на нижних, на первых этажах. Размечают стены здесь будут. Перфоратор работает. Такая красота будет здесь. Сверхотуры видна. У кого какая квартира, такой и вид. Жарко. Вот там море, вот там. Не очень далеко. Здесь пока свободно. Пока вот мы можем перешагивать через стены и ходить смотреть. Сейчас мы глянем вниз. Бассейны, как видите, в домах еще не заполнены. Мне интересно, кровли. У нас еврорубероидом сейчас покрывают, да? А здесь вот это вот цементируют. Вот это все. И ничего не течет. Такой вот вид. Сейчас я вам хочу показать. Показать, что здесь же будет еще второй дом, второе здание. И будет оно, вот если вам видно, вот эта дорога будет, дорога. А вот здесь, вон корова лежит. Вот где корова лежит, вот здесь будет дом. Будет дом, и вот там с хозяином земли рассчитались квартирами, и он продает пока еще на стадии проекта, поэтому недорого. 2+1, то есть в том доме, который будет, он будет небольшой, все полностью, все квартиры уже проданы, кроме вот этой одной, которую застройщик, ой, вернее владелец земли. Застройщик с ним рассчитывается квартирой, поэтому он продает. Кто хочет, в описании телефон Ольги. Я вам говорил о ней. Вот это развалины. Был город древний. Я вам о ней говорил, звоните ей, узнавайте, какая цена. Пока еще на стадии карандаша. На стадии проекта продает собственник земли. Агентство недвижимости, кстати, сейчас в связи с карантином, точнее комендантским часом, не работают, но застройщики работают. У них их работа является исключением из комендантского часа, поэтому все сотрудники, все получают разрешение на передвижение и на исключение из комендантского часа. Поэтому, пользуясь случаем, вы можете обращаться к Ольге. У них застройщик и агентство недвижимости в одном флаконе. Можете обращаться. Кому чего надо оформить. Пока ваше агентство недвижимости не работает, можно оформить у нее. Телефон в описании. Итак, вот такая стадия. Вот это заканчиваются лифты. Два лифта. Тут машинное помещение будет для лифтов. Убрали
убрали леса, вот остались, и уже ставят балки, и будет крыша. Это будет пентхаусы, дуплексы, двухэтажные квартиры. И здесь можно будет прямо шикарнейший вид иметь. Вот я отошел подальше, вот как бы из комнаты смотрю, и вот такой будет вид. Лестница обычная, лестница пожарная. Это отверстие для коммуникаций, вода. Еще лестница. Это уже в квартирах будут двухэтажные, поэтому их квартирные лестницы. Солнечная жаркая погода в Махмутларе. Можно на море, но гражданам Турции и иностранцам с видом на жительство нельзя. До 17 числа нельзя. Вот даже корова лежит. Местная достопримечательность. Ее постоянно выгуливают. Выгуливают здесь. А вот там, если вам видно, вот там вот вдали еще одна коровка. Село и город в одном флаконе. Это все в этом видео. Подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы. Кто по недвижимости хочет спрашивать, звоните к Ольге. Телефон в описании. Это русскоязычный представитель застройщика. Это все в этом видео. До новых встреч!